Здорово, пацаны! Сегодня у нас новый участник нашего проекта. Это Мяус, это старый человек, ну, которого еще не было раньше, потому что раньше не было канала. Вот, значит, вот такая вот тема. Меня зовут Мяус. Булькает, да? Нет. Прямо оттуда. Она же нас туда и блядь отправит. Ты понимаешь это? Нет. А дай, можно подержать? Ого! И чё? Ломай его, дави, братан, дави, блядь, давай, нахуй, хорош, блядь. Не влезай, он тебя сожрет. Аккуратнее, блядь, сожрет. Дарусь, котлета, порвусь. Чё, блядь? Почему ты его жопой к камере повернул и отжимаешься? Нормально. Аттракцион, блядь. Дай пятюн. Скучали, дорогие друзья, да? Вы думали, я не вернусь? Ниже, ниже! Ниже! О, уходи! Уходи! Что ты делаешь? Каждому прицепляем по одной прищепке на лицо. Кто закривился или запищал, тому ставим 1 балл. Кто набирает 3 балла, тот выполняет наказание. Для нас с Юрой наказание — это съесть перец. Для Мяуса, так как ему с желудком нельзя есть перец. Мыло. Да, он будет есть мыло. Все, поехали. Ну что? У нас есть судья, и судья будет показывать, кто закривился или запищал. А мы друг другу будем надевать или как? Да. Да, давайте друг другу. Давай тогда вот я тебе, давай, да. Все, в центр. Поехали. Давайте на камень, ножницы, бумага, кому надеваем первому. Один раз, кто вот проигрывает, вот и так, все. Вот так. От тебя начинаем. А потом просто сидеть с ними надо? Да. Да. Ну, да. Просто сидеть? И кричать нельзя, и материться нельзя. Я могу спокойно сидеть. Хорошо, посмотрим. Давай. Самую болючую выбрал для меня. Ладно. Мне кажется, просто ты кривиться будешь, когда будешь одевать. А потом уже будешь сидеть. Зачем кривиться? Потом надо что-то. А сейчас можно или потом нет? Надо что-то делать. Нет, нельзя кривиться. Уже движуха потом как-то. Зачем? Что зачем? Одел. Чтобы ему больно было. Все. Я один без эмоций. Все. Улыбаться можно, но не кричать. Ну ты мразь. Нахуя ты туда одел? Все, ему 1 балл. Я сказал, материться нельзя. Я сказал, не говорю, материться нельзя. Я сказал, да? Оставь вторую ноздрю мне, пожалуйста. Господи, как же неприятно. Как больно. Думаешь, мне приятно? А у меня хрящик на ухе не сломается? Ну, там... Ты борцуха, что ли, или что? Не понял, подожди, вот этот момент, что это такое было? Я тебя воткну сейчас. Сидишь, ты где-нибудь. Я доверяю твоему выбору. Хорошо. Ну, давай на лицо. Да и нет. Мне самое горючее, как всегда, повесили. Ну что, теперь ты? Хочешь одеть мясо? Хочешь одевать мясо? Красавчик, правда? Одевай. Ты меня хочешь одеть? Да. Давай, Юра. Надень. Юр, мне кажется, она от брови у меня отпадет просто. Нет, нормально. Нет, я не чувствую, что она отпадает. Или она просто настолько сильно сжимает кожу. Хорошо. Ой, как после... Ой, господи. Угол. Нет, оставь. Не смейтесь, потому что я не могу улыбаться. Я тебе губы картон писал. Нет. Я уже ему одевал. Вы все так делаете. Смотри на угол. Вот это смешно. Одевайте меня. Какая же неприятная вещь.
Да. Хорошо. Да. Так уже каждому. Готовы? Блин, скорую вызовите. Не, он не будет держаться, соскочит. Ага, ты просто врёшь. Знаешь, так вот, фильм такой был. Это мы эти маленькие гребли, и он такой, так под кайфом просто. Чё ты? Давайте ему один балл уже дадим. Уже да, можно дать. А можно снять когда одну, когда... Да. Всё, ему один балл дали. О, а давайте так, за один балл можно... О, спизу. Ты проигрался? Просто сидеть? И кричать нельзя, и материться нельзя. Я могу спокойно сидеть. Хорошо, посмотрим. Давай. О, спизу. Все, Юра кушает перец. Кушай, мой хороший, кушай, мой сладкий. Это наказание Юры. Он острый? А теперь ты можешь стонать, кричать, что хочешь. Теперь можно. А еще таких 4. Задумался, зачем я живу. Печь будет. Давай, Юр, у тебя 30 секунд есть. Рейдинг! Давай ешь! Смотри, да потерпи, чуть-чуть сделай рейтинги. О, ну, терпи. Что я хотел бы сказать? Картошкой закусывай. Хорошо, все. На самом деле. Пацаны, у нас соревнования в дай леща. Юра против Мяуса. У каждого игрока будет по несколько ходов. Каждый ход длится минуту. Если человек не успевает рассмешить за эту минуту, то ему дается лещ. Или же, когда будет ход, кто первый засмеялся, тот получает леща. Вы готовы? Раз, два, три. Пошел нахуй, первый все. Пусть начинает, это шавка вонючая под замок. Раз, два, три. Ход Юры, поехали. Минута пошла? Да. Все, засмеялся. Первый раунд выиграл Юра. Внезапно лещ. Черт, не мне. Раунд Мяуса. 3, 2, 1, поехали. Я надеюсь, что я выиграю. Купил собаку, кусает за сраку. Борщ, пизда, джигурда, экстракт борща. Ты засмеялся. Че за тут эти мороси, блядь? Проведет. Прям стопудово? У нее не вырос треть. Внезапно лещ! Чего ты мне? Два. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Я начинаю. Никаких эмоций. Ну просто ты как бы сидишь, каменное лицо.
Хорошо. Даете просто. Ух. У него глаз затрясся. Поднимаемся. Левая рука. Ух ты. Перерыв какой? Не, до победного. Каменное лицо. Каменное лицо. Держись, Мяус, нокаут. Ебаная пизда обоим уже. Пацаны, это качественный контент. Вот это было неприятно. Сфоткай их. Я скину коммент. Ну, это послеударный криф, это нормально. На месте! Может, хватит уже?